Всем привет из Аверят. Ну что, думаете, у меня все идеально? Все прямо как на картинке, что у меня никогда проблем никаких не бывает? Вы ошибаетесь. Сейчас вам расскажу. Ну, начнем со стройки. Когда был у нас последний сюжет по стройке? Когда были пробурены лунки? Что изменилось с этого времени? Ничего. Почему? Потому что погода отстой. Вчера еще был снег, после обеда он примерно весь растаял. Дожди, ну, в общем, не погода, одним словом. Лунки полные воды. Пожалуйста, можете наблюдать сами. Раз, два, да куда ни пойди, везде вода стоит. Они обваливаются, нужно будет снова бурить. И вот как-то так. Сейчас я планирую откачать воду. Попробую. Откачать. У меня там есть насос такой, который не жалко. Буду откачивать воду, посмотрю, будет она снова прибывать, не будет. В общем, посмотрим по ситуации сейчас. Дальше. Ну, с крысами я боролся, вроде бы как поборолся. Я их ядом травить начал. Где-то 6 штук точно заколбасил. 3 были уже мертвые, 3 живые их добил. Больше пока никто яд не ест, не знаю, может быть есть, может быть нет. В контейнере, ну а что бы не показать-то, давайте я покажу. Они мне тут такой порядок навели, засранцы. Ущерб! Ущерб! О, сейчас, секунду, у меня грязь попала. Ходить неудобно. Вот. Видите, сколько там просыпано? Блин, тут не видно. Короче, вот там мешок внизу, они его просто разорвали. И там, ну не пол мешка, ну прилично. То есть потери вообще просто жесть. Самое вкусненькое жрут. Кукурузу, горох. Самое дорогое. Вот. Дальше. Вон даже, вот, видно здесь. Смотрите, что натаскали все на улицу. Ну их, надеюсь, больше нет. Противные, рыжие. Какие-то прям вообще страшные такие. Собаку я почти не выпускаю сейчас, она у меня в ограде. Ну как не выпускаю, выпускаю, она мне и ночью бегает, и охраняю. Все, забора нету, забор разобрали, страдаю я неделю почти уже без забора. Как бы, ну не очень комфортно, прямо скажем, как на ладони. Идем сюда. С молотками. С молотками тоже проблема. Я как бы... О, как у вас жарко тут уже. Секунду. Какая проблема? Да фиг его знает, какая проблема. Дохнут они, короче. Штук, может быть, 10, даже больше сдох. Наверное, больше 10 штук, 15, наверное, сдох. Причина я не знаю, какая. Я думал, кокцидоз, я уже, не знаю, вскрывал, кокцидоза нету. Здесь просто раньше жили гуси, я думаю, они вот что-то от гусей тут набрались вот этого. Как зараза или говна наедет. Ну, в общем, не знаю. Я решил просто забить на эту ситуацию. И все. Вот рыбий жир начал, давай. Как-то так вот примерно. Дальше идем. Собака что-то психует. Идем дальше. Сейчас я здесь тоже открою сразу. У Маши тут рассада. Тут ничего такого. Форточки открою, сегодня тепло. Наконец-то погода. Пришла, ну сырость пока везде, со старыми курицами. Смотрите, они, линька у них такие смешные, лысые. Старые курицы тоже дохнут. Часть подохла. Знаете почему? Они несут яйцо, а яйцо очень крупное. И, ну, задница, так скажем, у них не справляется. И начинается, ну, как бы рвет задницу. Ну, так и есть, что, рвет задницу, да. Один момент. Видите, я параллельно снимаю видео, параллельно что-то делаю. И они же каннибалы конкретные, начинают долбить друг друга. Ну, где-то штук 5, может быть, даже больше потерял куриц. Так вот. Такие дела. Так что сельское хозяйство, оно не всегда такое, какое мы хотим. Если заниматься одним видом птицы, Да или вообще чисто птицей, нужно понимать, что... А это я уже показывал, да? Нужно понимать, что вот так вот раз и подохнут все.
Так что должна быть какая-то интеграция. Вот, вот такие дела. Сейчас мы с Татьяной Юрьевной будем что-нибудь делать. Но отчаиваться не стоит, я так считаю. Я просто забил на эту ситуацию, на всю. Я думаю, что все само как-то с собой исправится. Все равно не бывает же, чтобы все идеально было. Черная, белая полоса. Я надеюсь, что черная полоса сегодня у нас закончилась. И началась белая, ну или хотя бы серая. Так что всем спасибо за внимание. Удачного дня. Я побежал работать. Пока-пока.